работает нормально. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Шок. Стабилизация изделия устойчивая. Давление в камерах двигателей в норме. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 210. Двигатель второй ступени работает нормально. 220. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 230. Полет нормальный. Время КП 9 часов 45 минут 5 секунд 310 миллисекунд. 240. Стабилизация изделия устойчивая. Конструкции ракеты.
ракеты носителя в норме. Номер 445 окончен.